Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня 9 июня, и я не смогла удержаться, чтобы не показать вам растение, которое очень порадовало меня этой весной. Весна у нас была очень холодная, дождливая. Многие растения закапризничали, захлорозили. А вот василек многолетний или горный очень меня порадовал. В прошлом году, в августе, вот сюда, на разводочную грядку, где у меня понатыкано всякой всячины, я посадила хвостик, который мне подарили, небольшой саженец. Весной я обнаружила здесь кочку красивых, крупных, слегка опушенных листьев. А вот сейчас, в начале июня, он зацвел. Очень красивый синий цвет, очень изящные цветки. Очень нравятся они шмелям. Цветочки очаровательные, к вечеру закрывают свои головки. Кустик выдержал сильную грозу, не развалился. И вообще показывает себя как очень неприхотливое растение. Если у кого-то есть василек у себя в саду, скажите мне, пожалуйста, есть ли у него какие-то болезни или вредители? Все, что я о нем прочитала, говорит о том, что это совершенно неприхотливое растение. Любит солнышко и нейтральную почву, то есть немножко золы или доломитки. Цвести он должен продолжительно, около 2 месяцев. Честно говоря, мне даже не верится. Посмотрите, такой объемный куст из прошлогоднего чахлого саженца. Здесь я совершенно не ухаживаю, не подкармливаю, ничего не делаю, даже вот еще не прополола. Меня с майских праздников не было на участке, и здесь выросло огромное количество травы, а ему и дела нет, он все сорняки задавил. И вот так вот меня радует. Тем более это приятно, что очень-очень многие растения не хотят расти, капризничают, хлорозят, чахнут, а он цветет и радует. Такой вот чудесный многолетний горный василечек. Скажите мне, пожалуйста, насколько сильно он разрастается, насколько он агрессивный. Ну, насекомые-пылители, конечно, оценили его. Мне он очень понравился. У кого сад в таком в природном, в романтическом, в лесном стиле, на мой взгляд, прекрасное растение. Пожалуйста, напишите мне свои отзывы о нем. На сегодня на этом все. До свидания и до скорых встреч!